Доброе-доброе утречко. Я тут со снегом сижу на кухне, чтобы он никому не мешал спать. Очень он с утра активный. Приготовила завтрак. Но еще никто не просыпается. Сейчас, как всегда, проснутся, на работу убегут. И завтрак не съедят. Сегодня я замерзла безумно. Да тихо, снег! А это целое утро какое-то нереально капризный. Нереально игривый. Я уже все игрушки у него забираю, чтобы он не лез к спящим людям. Потому что нет, чтобы со мной здесь сидеть. Нет. Он берет игрушку и бежит к кровати. И начинает же эту игрушку давать, чтобы ему ее бросали. Ой, в общем, звери, звери. Первые сонки уже проснулись. Снег, уйди, пожалуйста. Давай. Фу, а снег нашел свой мячик. И теперь его не угомонить. Теперь он этот мячик приносит, прям в руки кладет, чтобы его же обязательно бросали. Посмотри, у меня там уже... Смотрите. Где? Давай. Он выбросил сам. Иди сам за своим мячиком. Давай, давай, вперед. Так, у меня уже, по-моему, третья чашка кофе. Пока дождешься, пока все проснутся, уже можно кофе напиться так, фух, что можно в космос лететь. Угу. И петь песню. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть. Резкий поворот. И коса горди. Первый завтрак у нас уже есть. Доброе утречко. Доброе утро. Первый завтрак с папой, второй завтрак будем кушать уже с Кирой, если она проснется до часиков так 11. Так как сегодня воскресенье, она может спать до часов 12. А потом уже сразу же у нее будет обед, поэтому я завтракаю без нее сегодня. Теперь надо собираться идти на холодную улицу, потому что надо выгулять этих бабак страшных. Я не знаю, пора их закрывать, наверное, где-то на балконе, чтобы они там жили с утра до утра, потому что нереально. Холодина такая, а с ними надо идти гулять. Ой, что такое? О, свет включил. Что вы на меня смотрите? Вон Кирюшенька еще спит. Все, в общем, а так как мы уже позавтракали, нужно идти выгуливать страшных зверей. Не хочется, но надо. Так, кроватку застелила. Собаки все ждут. Я застилаю кровать. И знаете что? Я понимаю, что у меня голова болит очень сильно. Именно вот в одном месте. И, в общем, я вспомнила, что я сегодня утром... А что я делала? Я не знаю. В общем, каким-то образом так получилось, что я то ли залезла под эту кровать, что-то там доставала. А, катала, жила, потому что он меня... утром достал, я его ложила сюда к медведю, чтобы он там сидел, там что-то себе сосал, как всегда делает. И потом я резко поднимаю голову и ударяюсь об край кровати. У меня теперь тут шишка размером с кулак. И болит так неприятно, в общем, очень. А еще сегодня, по идее, девочка должна прийти какая-то тут с района за куклами. В общем, заберет половину кукол, которых я хочу поотдавать уже. Так, и половина заберет. Может, и все заберет, посмотрим. Но она уже пишет с самого утра, когда можно приходить. Я говорю, подожди, еще рано приходить. Мы еще все спим. Еще никто не проснулся. Я уже собралась идти в магазин покупать продукты. Здесь уже у меня Кирюшенька проснулась. Доброе утро, можешь сказать. Доброе утро. Вот, я попросила что-то вкусненькое. Иду за круассаном. Ну и продукты домой надо купить. А также надо купить песка для кота. Так, все. Кирюшка, ты меня дождешься? Да. Я тебе предлагаю, пока ты меня будешь ждать, начать делать какие-то уроки. Потому что на самом деле уже, знаете, сколько время? Уже без 5:12, а она все еще лежит в кровати. А ты знаешь, что тебе там еще нужно делать? Ой, а что это такое, Кира? О, это папа блокнотик мне подарил. Папа подарил? Да.
Прикольно. А когда это он тебе подарил его? А там ручечка была какая-то? А ручечка какая-то была? Нет? Ух ты, какой миленький. А когда он тебе подарил его? Чего я только его увидела? Когда я к нему ходила. Классик, какой миленький. Супер. Красота. Окей, дочь. А я так, подожди, я так и не посмотрела. Смотрела и не досмотрела. Где твой дневник? Так, что тебе тут на завтра? Во-первых, расписание написать нужно, да? А литературу сделать ты еще не делала. Украинский, английский. Украинский ты уже сделала. Английский и математику переписать аккуратно. То, что ты писала, те примеры. Хорошо, но надо вы... Это же не в тетрадке надо, а на листочке отдельно, да, Кир? Вот, вырвешь аккуратно листочек в серединке тетрадки, аккуратно все перепишешь, подпишешь овчару Кира. И еще я посмотрела, у тебя в украинском языке нету опять смайлика на домашнем задании. Договорились? Все, я пошла в магазин. Я пришла с магазина, а Кирюшенька, мой любимый единорожек, делает уроки. Накупила я кучу всего. Коту купила песка. Кирюшке купила круассанчиков. Уже папе занесла даже один. Масло. Ну, в общем, как всегда, лука на салат. Морковочки на супчик. Чая, кофе и куча-куча Если корма. Бы мне столько много еды покупали. А Кира еще с кем-то на прямом эфире. И вермишельки. Не на прямом эфире. А еще... И снежами говорят. Сосисок. В общем, вот. Все мои покупки. А смотри на это. А снег уже хочет круассана. Круассаны мои. Забирай свои круассаны, а то снег сейчас... И ставь чайничек себе, а я пойду разденусь. Да-да-да, правильно, и корм туда. Снег, слазь с круассанов, куда ты на них залез? Кира, он их попой греет. Не надо. Отдай. Так, и вот это все в холодильничек надо поставить. Ой, у меня холодильник уже пустой. Как-то так пару дней назад еще был я полный, а сейчас уже полностью пустой. Отойди, снег. Так, морковочка и лучок. Все. Кирюшка как-то так уникально чай делает. Сначала воду наливает, а потом чай засыпает. Мне кажется, надо по-другому. Ну ладно, ты делай как хочешь. А? Конечно, да, открывай. И сразу же вот сюда пересыпь. Чаечек, окей? Так, а я потом кофе пересыплю в баночку для кофе. И сейчас я буду делать супчик. Хочу сегодня сделать гречневый суп. И вермишелька сегодня просто будет с сосисками. А потом еще надо будет коту поменять песок. Да, снег? Это что? А, это курица, снег. Это курица. Да. Но тебе ее нельзя. Она замороженная, но вкусно пахнет, да? Ай, какая вкуснячая курочка. Нет, так тебе... Что ты? Кирюша, разве так делает чай? Ты шо? Теперь надо ложкой, дочь, сюда пересыпать. Нет, ты сюда сыпь. Кир, да, полностью все высыпай. Теперь сюда засовывай и в мусорку. А теперь снег, уходи, возьми ложечку и пересыпь со своей чашки в мою чашку чая. И тогда получится более-менее нормально. Ты так много? Ну ладно, делай мне такой, будет у меня крепенький чаек. И за... Вот, потопи чаинки. Все. Да у нас у двоих будет крепенький. Снег! Что ты делаешь? Это Кира, аккуратно, аккуратно, прошу тебя. Сумасшествие. В общем, ладно, ребят, мы будем пить чай. Всем, кто пьет чай. Приятного чая пить и приятного аппетита. Есть. Супчик готов.
Ремешелька готова. Кирюшка делает уроки. Молодцы. Все занимаются какими-то делами, а у нас на улице солнышко пропало. Сейчас выйду с собаками, посмотрю, какая там погода. Не похолодало ли. Вот, и... Кирюшка, тебе много осталось? Математика и литература, да? Я английские слова уже выучила. А ты еще не выучила? Я такая. Короче, еще много осталось, поэтому я не знаю. Куклы вечером, наверное, будут. Давай, зайка, а вот это что такое? Это старое, я просто хочу это выбросить. А, давай, я пойду сразу выброшу, москитую, стирку заброшу. И выкину в мусорку. О, кстати, еще и мусор вынести. В общем, так много сделать надо. Вроде кажется, уже все сделал, а потом бах. А еще куча всего. А еще куча всего нужно. Тебе не темно тут, мать? Нет. Все, я одеваюсь, иду выгуливаю собак. Сколько у нас тут уже? О, уже на самом деле 15 минут третьего. Сегодня просто дело в том, что короткий рабочий день. Сегодня Кирочка папа приходит не поздно, понимаешь? Угу. Поэтому давай, солнце, постарайся сделать все побыстрее. Но ты так долго делаешь. Долго спишь и долго делаешь. Ну что ж знаю, надо побыстрее. Собаки, гулять идем? Идем. Мишка у меня не может без приключений. Укусила его снова оса. В общем, его оса почему-то осы любят очень сильно. Только я еще пока не знаю, за что и куда она его укусила. По крайней мере, просто пискнул и сразу же на ручки. Мишаня, иди сюда. Куда тебя укусили? Ну, за что? За морду опять? Вот это вот не надо лазить, куда не надо. Такой, слышишь, Кирюшка, сразу же она его укусила. Он сразу же на лапки, на две встал. О, возьми меня на ручки. Ну, сейчас вроде нормальный. Не сильно, просто чуть-чуть, да? Ой, да-да-да. И Шанти, смотри, она тебя... Поднимает тебе настроение. Говорит, Мишка, не плачь, Мишка, не плачь. Так, Кира, сделала математику? Нет. Господи, какая же ты медлительная. Кирюшка пока сделала уроки, сейчас собирается на улицу, в общем. А я покажу, наверное, какие куклы все-таки есть, потому что... С ней очень сложно. Она безумно всегда занятый ребенок. Так, ну это не. Смотрите, значит, есть вот такая вот кукла. Это кукла от вот этой вот подставки. Сюда, значит, вставляются батарейки, и кукла потом летает в невесомости. Это кукла Monster High. Что еще? Ну, вот это вот, я не знаю, дочь, это какая-то. Вот это вот Ever After High? Да. Разве это Monster High? Так, что еще? Ну, подставки это к куклам идут. Так, это у нас кукла Leaf Doll. Она обалденная, я не хочу ее отдавать. Не хочешь ее отдавать? Она очень хорошая. У нее... Возьми. У нее снимаются волосы. Да, и у нее ноги и руки крутятся в разные стороны. Да, и вот так она крутится. И у нее снимаются волосы. Ну тогда откладывай эту куклу. Мы тогда ее. На, не и будем сразу отдавать. Вот это откладываем. А, да, это моя кукла. Убери вот это вот. Это моя Готель, которую я не отдам. Она просто вот моя. Ее, кстати, нужно на подставочку. Возьми подставку одну какую-нибудь и куклу сразу же оставить на подставке. На. Вот новая подставочка. Так и для той куклы тогда тоже оставь подставку. Вот. У нас дальше есть, это у нас кто? Подожди, кто это покрашенная? Но эту краску это можно Мерида. Снять. А, все снимается. Это у нас Мерида, ребята. Это у нас мама Мериды. Кстати, их можно вместе. Только вот одежду. Это у нас Малефисента, наверное. Не. Что? Я не хочу ее оставлять. Нет? Ну хорошо. Это у нас Малефисента есть. Только Мерида без идеи, конечно. Так, вот эти куклы я вообще не знаю, Кира. Это вообще Барби. Я не знаю, ладно, я их оставлю, но мне кажется, что их вообще можно просто... Она прикольная.
Так, смотрите дальше, что у нас есть вот такая вот эту кукла. Эту мы оставляем. Да ну, Кира. Мама, ну я ей еще никогда не играла. Да ты тут вообще многими, сейчас я покажу. Но она очень, брата, очень красивая. Она очень классная, да. Ну не надо, вот оставим те, которые хотим. Ну что еще? Да вот я хочу ее. Она опять в коробке будет лежать? Да. Нет, я против. Но она красивая для коллекции. Да, для коллекции. Для коллекции, это вот. Это значит у нас кто? Apple White. Apple White, и для нее. Сейчас я покажу. Опа! О, есть! И для нее вот этот вот дракон идет. Значит, вот это кукла. Зачем это, если есть вот этот? И к ней идет вот этот дракон. А ну посади ее, Кирюх. Так, драконище. Что дальше? Здесь у нас также есть вот такая вот куколка. Но, по-моему, я, по-моему, даже выкинула медведя, у которого были запасные глаза от этой куклы. Ну, в общем, она вот такая вот тоже мне очень нравится. Очень прикольная, очень классно. У нее снимаются волосики, и можно ставить другие и волосы. Глаза снимаются, но сейчас уже не снимешь, потому что, по-моему, нету, да, по-моему, я все повыбрасывала. Так, вот такая вот еще есть куколка. Кто у нас там еще дальше? Это у нас Monster High. Я вечером могу заняться расчесыванием этих кукол. Вот эту надо расчесать. Да я сейчас, девочка сейчас придет одна, заберет половина кукол. И остальных я еще тоже буду разыгрывать. Так, что у нас дальше есть? У нас есть вообще, смотрите, просто нетронутая. Это, как ее? Эльза. Эльза. Холодное сердце. Холодное сердце. Это тоже нетронутая. Потом Monster High, тоже нетронутая. Потом у нас есть Флинн Райдер. У нас русалочка. Это все куклы оригинал. Единственное, что, по-моему, даже где-то еще вещи есть. Так, кто у нас еще тут есть? Вот это вот тоже. Это у нас Monster High. Это разве Ever After High? Это Ever After High. Не знаю, какая-то лунатик. Monster High. Это у нас. Нет, это Клоуди Вот. А это Дракулаура. Да. Так, о, ну это держи. То, что ты говорила, она без ножка. Вот. Да, но зато я ее обожаю. Она такая подлая. Так, значит, у нас еще есть Ever After High. Вот это, такая вот. Не тронута. У нее даже. Она вообще, да, ничего не тронута, да. Так, вот такая вот есть Ever After High. Тоже здесь у нее вот обруч есть, все полностью. Тоже говорю, у нас все куклы были. Просто как. Даже чайничек. Чайничек, все есть. Вот видите, полностью все. Все, что кукле шло, все с ней и идет. Подожди, Кирюшка, где-то еще есть аксессуары для всех этих кукол. А еще есть вот очень красивая. Я хочу ее оставить. А, вот, смотрите, есть к этой куколке. Вот бантики. Раз бантик. Мам, это. Это крылья к вот этой вот куколке. Вот это очень красиво. Сейчас, секунду, дочь. И вот еще бантик. Тоже вставляется. Раз. И видите, какая куколка красивая с бантиком. Так, вот это ты хочешь оставить тоже, да? Окей, оставляй. Это у нас кукла-собачка. Такая тоже милая, прикольная, классная. И не тронутая вообще. Ну, тут немножко оторвалась. Оторвалась немножко, но это можно подшить. Это нетронутая, как ее? Белоснежка. Да, Белоснежка. Так, кто это у нас? Это у нас, по-моему, какая-то из серии. Я не помню, как ее. Тоже Monster High. Да, Monster High. Это обычная Мумия. Барби. Так, Рапунцель. Рапунцель к Флинну. Рапунцель. Рапунцель сейчас стоит очень дорого. Да, кстати, Рапунцель таких уже нету. Потом это у нас, я не помню, из какой
Она очень прикольная. Я на ней училась плести колоски. Да, очень классная кукла. И еще вот... Ее оставим, просто волосы длинные. Вот такая Барби. Я думаю, что не стоит. Так, вот это вот от какой куклы? Это от той, держи. А это у нас от кометы. Все вроде бы. Так, вроде бы все. Кира, подожди, а еще знаешь что? Где-то должен быть... Я нашла. Пакет, не пакет, а вот. Вот, вот, вот. Здесь платье для кукол. По-моему, здесь... А ну, оригинальное, подоставай. Здесь, по-моему, есть оригинальное платье для кукол. Сейчас мы сейчас их сразу же достанем. Вот это очень красивое. Нет, именно мне оригинал нужно. Доставай. Мы потом это все отдадим, но чтобы кукла была с оригинальным вот, платьем. Это от Барби. Это от какой Барби? Вот это... Нет. Да. А, да, Барби с гитарой. А где гитара? Нету? Mm-mm. Так, это от этой Барби. Где ты, мне кажется, я гитару видела? Что еще? А, гитара вот здесь. Вот это... Гитара. Не-не-не, другая. Это у нас от Live Doll. Подожди, а ты Live Doll оставила себе, да? Да. Это от Live Doll. Можно на нее, кстати, одеть. Это просто одежка. Это тоже одежка. От Live Doll. Нет, это от какой-то Барби было, доча. Так, все, я не знаю даже, где теперь платья оригинальные. От кого? А, Рапунцель, подожди, в оригинальном платье. Русалка. Русалку нужно переодеть, доча. Вот ту штуку, один на русалку. Вот эти штаны. Кофту мы можем. И вот это вот все переодень вот на эту русалку. Будласочка. А, Мерида. А где же платье от Мериды? Короче, платья от Мериды нету. Тогда нужно русалку переодеть. Можно... Сейчас мы русалку переоденем. В общем, ребята, Кира себе оставляет там 3 куклы. Все остальное, вот это вот добро... 4 куклы. Мы отдаем. Кира, одному человеку отдаем ровно половину. Вот, я уже написала девочке, то есть она уже идет. За... Где свет? Боже, света вообще нигде нету. Заберет, и у нас будет место больше. На самом деле, знаете, как надо с некоторыми вещами уметь прощаться. Я очень долго думала, что делать с этими только куклами. Только выбрасывать вообще не хочется. Очень долго думала, да, что с ними делать. Вот, ну реально просто настолько сильно они дороги были до поры до времени. То есть вот хранили. А потом приходит какой-то момент в жизни, и ты понимаешь, что ну все равно ты все не сохранишь. Ты перерастаешь, ты растешь, ты стремишься дальше, ты стремишься к каким-то новым достижениям, каким-то новым интересам. И уже вот это вот все, оно уже тебе просто не нужно, ты уже этот перерос. И хранить эти все вещи не стоит. Вот реально не стоит. Что, Кира, ты скажешь? Да. Я думаю, что да. Скажи, лучше что потом, вот после этого, собирать какие-то другие вещи. Например, там, кого, Кир? Украшения, вот. Там золотые сережки, колечки, может быть, книги какие-то интересные. А вот куклы, все. Прошел этап кукольный, поэтому нужно уметь прощаться с какими-то вещами. Пришла наша девочка за куколками. Здрасте. Привет, привет. Смотри, я тебе предлагаю выбрать половину, ага. А половину я уже вышлю какому-нибудь другому человечку, какой-нибудь другой девочке. А, хорошо. Ты, в общем, выбирай. Смотри, вот эта вот кукла, она вставляется здесь в батарейки. И она в невесомости летает. Если вот эту вот гитару взять... подставить сюда, потом кукла, она будет летать в невесомости, эта штука будет гореть, и от голоса она будет менять цвет. Ого! Да. Прикольно. Вот та вот, это Apple White из... Я знаю, Sever After High. Да, Sever After High. В общем, смотри, какие слышь тебе нравятся, и окей, выбирай. Пожите. Куклы выбраны, вот такие вот забирает девочка куколки. Как тебя зовут, кстати? Надя. А, Надя.
Я познакомилась с Кирой через Соню Сапинскую. Угу. Соня, тебе привет, если смотришь. Все, первая партия кукол. Пока-пока. Вот так вот, все, первая партия кукол ушла. Сейчас я сфотографирую вторую партию. И, ребята, хочу, чтобы вот это вот все ушло сразу же одному человеку. В общем, кто хочет, пишите под постом в Инстаграм. Фоточка есть. И я вам вышлю вместе с подставочками. Тут еще подставки кое-какие пооставались. И будет вам такой подарочек. А я сейчас позвоню, может быть, Родику и пойду за ним на работу.